Здравствуйте. Вновь поговорим о программах, которые помогают создавать ваши шедевры, которые помогают вам в вашей работе, так же, как и мне. Многие спрашивают, а какой программой лучше всего записать с экрана? Игровой сюжет какой-то отдельный или сюжет для клипа? Вы знаете, существует на самом деле очень много разных программ. Я на сегодняшний момент пользуюсь в основном программой Fruity. Вот знаете, сейчас я вам ее сюда вытащу. Такой значок у нее, этой программы. Почему именно она? Я объясню. Она легкая по весу. Достаточно в хорошем разрешении. Вот так вот она выглядит. Эта программа. В хорошем разрешении достаточно она дает кадры. И тем более сейчас появилась версия на русском. Это вообще радует меня. И для геймеров, мне кажется, это очень даже хорошая такая находка. Вот видите, многие предлагают скачать бесплатно. Но знаете, вот сколько вот я щелкаю по этим сайтам, везде надо ввести номер телефона, номер то. Ну понимаете, вот эти вот уловки, которые мне не нравятся. Внизу я выложил ссылку со своего Яндекс файлообменника на Fruity. Ссылочка будет в формате zip, вот, которую надо будет разархивировать и просто установить программу. Она даже не устанавливается в дальнюю корневую папку. Вот. И программа полностью на русском. Вот сейчас я ее запущу. Почему еще Fruity? Во-первых, в нем очень легко разобраться. Все видно. У вас появляется иконка вот внизу экрана. Щелкаем по иконке. Видите главные настройки. Это куда вы будете скачивать свои тестовые версии. Вот. Дальше видео. Выставляет частоту кадров. Ну, я не знаю, какая у вас там аппаратура. Я вот на 30 останавливаюсь. Меня больше не тянет, к сожалению. Полное разрешение, половина разрешения. Задать клавишу можно здесь. Скриншоты сделать. Вот F10. В каком формате вас интересует. И тоже назначить для нее папочку. И вы знаете, в общем, мне эта программа очень нравится. Ссылочку я выложил внизу в видео. Кому интересно и есть вопросы, пишите, ответим. Спасибо, пока.